Перед тем, как я начну этот видос, хочу заключить с вами пари. Сколько лайков вы понаставите под этим видосом, именно на столько FIFA поинтов, сегодня я снова запущу стрим и буду открывать пакцы. Так что вибите лайк и ждите сегодня часов 9-10 прямую трансляцию у меня на Твиче. 100 тысяч FIFA поинтов. Это много или мало? Спойлер, это пиздец как дохуя. Именно столько я слил за последние 2 дня и готов поделиться своим уловом и рассказать вообще, что я сейчас чувствую. Компания. В самый первый день, когда вышло нападение, я открыл где-то около 80 паков нафармленных и плюс где-то на 24-30 тысяч FIFA поинтов. Как вы понимаете, упало мне ровным счетом. Нихуя! И вот, выходит полная команда года. Я доначу 60 тысяч FIFA поинтов плюс около 50 СБЧ паков с разных лиг, наций и прочего. Ко мне, кстати, Денис Бадаев заглянул, и вместе с ним мы начали открывать пакцы. И самый первый пак в стиле Дэна Бадаева. Если кто не знает, у этого молодого человека с первого пака в FIFA 16 выпал Криштиану Роналду. Вот его эмоция. First back! First back! На нахуй! Че это за хуйня? Не открывается. First back! First back! Давай! Роналду, блядь! Роналду, батя! Роналду! Ну и спустя года, можно сказать, он повторил свой прикол, трюк, я не знаю, как это называется, в общем, смотрите. First back! First back! Как в прошлый раз. First back! First back! Сука, давай! Давай, первый пак. Так, окей, окна есть. Но это не синий. Бля, давай все скипать. Там, блядь, сейчас все разберут, мне кажется. Так. Неймар! Неймар, пацаны! Блядь, ты первый пак! Первый пак, Неймар, сука! Идем дальше, похуй! Первый пак, Неймар, блядь! Сука, почему у меня на аккаунте нихуя не падает, блядь, а? Бля, я его еще и скипнул, пиздец, блядь! Давай снова Неймар, блядь! И да, пацаны, я не буду, как в видосе Германа, говорить, что это не кликбейт и ставить обложку Месси 98. Да, я закликбейтил, говорю честно, подписчиков наебывать не хочу. Не, ну серьезно, Герман, так смешно было, знаете. Я реально поверил, что ему упал Месси 98. Захожу, открываю, он вначале говорит, это не кликбейт, а такой... Это абсолютно не кликбейт. Месси 98, у Германа какой он красавчик. Ну и в итоге, понятно, короче. Чего, блядь? Впрочем, ничего нового. Ну и вот, пацаны, вчера, получается, я поймал с первого пака Неймара, ну и по сути, наверное, все. Потому что дальше я даже не знаю, что вам показывать. Я вам, конечно, покажу короткую нарезочку, чтобы вы поняли, что мне ёбнулось. Блядь, какой... Найнголан, конечно, классно, но, блядь, но меня не радует Найнголан. Блядь, в этом паке должно быть, блядь, 5 Найнголанов, на. Джейка, блядь, охуенно просто. Па-дам, топрак! Все, блядь, минус 60 тысяч FIFA поинтов. Ну и когда FIFA поинты кончилось, что остается? Азарт во мне проснулся, и я пошел сливать монеты. Это полный пиздец. За это я себя просто, блядь, ненавижу. Слить около ляма 300 монет на паки. Какой же, блядь, я мудак. Я, блядь, просто ненавижу себя за это. Так что, ребята, я пример не для подражания. То есть смотрите на меня и не делайте так ни в коем случае. Не надо сливать ваши монетки. И, сука, на протяжении всего стрима я заходил в предложку и просто охуевал от того, насколько же, сука, везет людям. Чуваки вытаскивали Тоти и за СБЧ, и в паках с двумя игроками. Вот, блядь, чувак скинул мне видос с PlayStation, где он собрал пак, спасибо, под нос. Вот, блядь, собирает 11 ебаных бичей, сука. Это, блядь, законно вообще. Законно, блядь, вообще, Серхио Рамос. Непродаваемый в паке, спасибо, под нос. У меня пиздец как горит. Это что такое, блядь? Месси, блядь, на аккаунте 001. Что это? Это что такое, блядь? Два Тоти за 91+, как я понимаю. Или тоже спасибо, под нос. Я не знаю, блядь. Де Брюйне, Де Хея, блядь, сука. Вы посмотрите на FIFA поинты и посмотрите на его монеты. То есть это, блядь, чуть ли не 2-3 пака подряд. Я не знаю, что это за паки, но, блядь.
Анри за СБЧ, блять, нахуй. Анри за СБЧ со статой 7.022. И вот я, знаете, что заметил? В основном вот такие вот крутые игроки падают. Ну, конечно, не всем, но в основном это или минусовая стата, или когда на аккаунте практически нет денег. Может, мне реально бичом каким-то стать, я не знаю. Первый обладатель. Не для продажи. Из пака 81+. Короче, парни, это какой-то бесконечный пиздец. Я просто охуеваю. Вот, еще один бесплатный Криштиану Роналду. И что я имею в итоге? Больше 100 тысяч FIFA поинтов потрачено. Потрачено около ляма плюс монет. Потрачено около 50, точнее, какие 50? Больше 100 паков СБЧ. И что я за все это время поймал? Давайте просто зайдем и посмотрим. Ну, просто так, взглянем, скажем, на то, что мне упало. Так, это все у меня было. Самое лучшее — это Неймар. Не поймите меня неправильно. Неймар — это охуительный улов. Но, блядь, никогда ты задонатил столько денег, столько монет, блядь. Сегодня будет очередная попытка, как я говорил в начале видоса, сколько лайков вы поставите, столько FIFA поинтов я задоначу. Так что приходите, ссылочка будет в описании. Пострадаем вместе, мать вашу. Спасибо, что выслушали меня. С вами был я, PandaFX, и всем хороших боксов.